Всех приветствую. Немножко здесь я намочил. Никто бы то ни было, я намочил. Некоторые говорят, это не я, нет. Вот это конкретно я намочил. Извиняюсь. Что мы сейчас смотрим? Давайте сегодня... час ночи уже. Давно я ничего не выкладывал. Немножко приболел. Так. Что у нас получается? Так, у нас получается... Рассматриваем Россию, серые зоны, ЧП и техногенные, если они будут в течение полугода. Серые зоны для начала рассматриваем. Женщины больше здесь чего-то у нас. Чего-то как-то женщины у нас больше. Сейчас посмотрю, погляжу. Так, восьмерка, разговоры. Серые зоны. Серые зоны оглашаются, да, они продвигаются, серые зоны, но пока что о них говорят. Пока что говорят о их продвижении. Как там у нас дальше будет, мы не знаем. Успех, везение. Нет, пока серые зоны, пока серых зон я здесь особо не вижу. Продвижение, по крайней мере, карты показывают продвижение, и разговоры о серых зонах есть. Плохая новость, сплетни. Печальная новость. Здесь я пока не вижу. Давайте так, я пока не вижу продвижения серых зон. Они есть, но продвижение, именно продвижение, по ним я не вижу особо. Лживые друзья. Знакомая, либо знакомый, знакомая, знакомый. Какое-то формирование, возможно, оно отвернется. Формирование какое-то отвернется, возможно, под какие-то другие знамена уйдет. Большое оно или небольшое, я бы не сказал, что большое. Какое-то формирование, оно, возможно, отвернется. Формирование какое-то. В пределах царства, государства. Оно куда-то отвернется, куда-то. Фальшивые друзья, фальш. Уйдут куда-то. Неприятности с властью, смена дома. Это тот, кого выдавят. Это люди, которые, возможно, умеют обращаться с оружием. Почему женская карта, я не знаю. Почему тут женские карты ложатся, я не знаю. Это больше какое-то формирование. Вот почему-то проблемы у них идут. Вот эти серые зоны, они вот как раз-таки вот такими людьми и образуются. Кто это, я не знаю. Можно уточнить хотя, почему нет? Отдых за городом. Либо это какие-то отщепенцы, либо это какие-то люди, которые станут мародерами. Вот у них дорога идет, какие-то люди. Люди. А, что-то у них свое. Подразделение-то есть оно какое-то. Подразделение оно какое-то есть. Да, оно переходит под какие-то другие знамена. Много или нет людей, я не знаю. Как говорят карты, нет, пока нету ничего такого. Потом какое-то подразделение, оно переходит под другие знамена. Вот как-то в этом духе. Куда оно переходит, я не знаю. Где серая зона будет, опять же... Тут двоякий вопрос. Пока разговоры, пока короли что-то мутят. Мутят короли, что-то у них там какие-то обманы, разговоры короли. Отстегнется такое ощущение, будто кто-то. Я не знаю, фронт это нет, как будто приграничная какая-то территория, неприятности какие-то ожидают. Они отстегнутся, какое-то подразделение, возможно, куда-то уйдет. Вот так вот. Ну, что там происходит в серых зонах, мы до конца не знаем, на самом-то деле.
Ну, вот какая-то, ну, давайте посмотрим сейчас коротко. Вот это подразделение, которое уйдет куда-то, что оно там, что это за подразделение такое и чего это там, да куда. Вольтов выпадает довольно-таки много. Это подразделение, действительно, какое-то подразделение из-под контроля, как будто уходит у него неприятности с властью. Ну, либо с той властью, либо с этой властью, ну, с тамошней властью, где они там обитают, либо вообще с нашей властью. Они лояльны, пока лояльны, какие-то, какое-то подразделение. Как неваляшки. Да, уходят куда-то. Куда-то прям уходят. Куда-то они уходят. Какое-то подразделение карты показывают. Какое подразделение, я не знаю. Как будто даже балаклавы, возможно, не носят. Не знаю. Может, в касках. Много людей здесь. Много вот они. Молодые. Ну, может, моего возраста молодые. Молодые какие-то, не знаю. Что за люди, опять же, я не знаю. Характеристики я им давать не буду. Что это за группа такая в серой зоне? Пустая болтовня. Не знаю, характеристика, пустая болтовня. Что это за люди такие странные? Переговорщики, что ли, какие-то? Переговорщики, разговорщики. С речью у них что-то не так. Речь что-то не так. Речь какая-то другая. Может, с речью у них что-то не так? Нет, ну подразделение-то как бы вроде боевое. Что-то женщины у них здесь какие-то. Женщины связаны какие-то с ними. Не знаю, какие-то мужчины, женщины связаны с ними. Подразделение какое-то показывают. А, признание, уважение у этого подразделения. Кто это, я не знаю. А, заболевание, страдание ближнего. Ну, что-то они видят там заболевание. У ближних они видят страдания какие-то люди. Мужчины. Вот так, серая зона, вот каких-то людей показывают. Куда они пойдут, я не знаю. Откуда они, тоже не знаю, но проигрывается приграничная территория, потому что там проблемы с властью, либо с вышестоящими у них идет. Вот. А теперь различные ЧП рассматриваем. Серую зону просмотрели, различные ЧП. ЧП либо 2, либо хлопоты с этим будут, поднатягивать будут. Хлопоты поднатягивать будут, но как-то так будут поднатягивать. Либо нагоняем, либо опять сикось-накось. По-быстрому. По-быстрому. Подчинить. Хлопоты идут. Что еще? Ну, провал дела, плохая новость. Не очень как-то будет у нас. ЧП будут латать, но как-то так. Латать. По-русски. Небольшая победа. Ну, нам небольшой победы ведь победовать не надо. Подарок, неожиданность. Небольшой победы нам не надо. Нам нужна большая победа. Небольшой победой мы сыты не будем. Несправедливость. Отдых за городом. Ну, несправедливость. Ну, давайте так. Если ЧП случится, последствия его будут, как сказать, ну, распределены несправедливо. Вот как сейчас в Орске. Приблизительно. Это несправедливость. Далеко несправедливо. Абсолютно. Дамбу съели мыши. Слышали, да? Дамбу съели мыши. Кошмар. А если бы муравьи пожаловали, вы представляете? Это одна мышь может прогрызть, одна мышь прогрызла дамбу. А если бы муравьи? Муравьи бы дамбу растащили на муравейнике. Это что-то уж, а черви? О, кошмар. А бобры? Бобры бы там вообще бы все погрызли. Вы что? Ё-моё. А эти спруты, спруты знаменитые, которые там в воде плавают, как осьминоги гигантские, они бы там бы вообще бы все это растерзали. Спруты, они же это постоянно мигрируют это в океаны, в моря, океаны. Узнаете, да, эти спруты такие гигантские, с глубины поднимаются и в Орске обычно обитают, там водохранилище. Вот. Так, что у нас еще есть? Подарок, оскорбление. Ничего хорошего не вижу.
Сразу говорю, ЧП, ничего хорошего не вижу. Техногенка. ЧП я ничего хорошего не увидел. Не увидел. Все делается как фасад. То есть фасад, там отделка, вот все такое. Дом рушится, а фасад по сути меняется. Зачем фасад менять, когда дом надо перестраивать? Не совсем понятно. Техногенка. Вижу драку, сразу говорю какую-то. Опять карта выпадает, хлопот. Подделывать что-то будут. Я еще раз говорю, здесь подделывание именно идет. Как-то разговоры какие-то больше. Какие-то разговоры, все. А зачем разговоры, когда дела делать надо? Мир в браке, идиллия. А, техногенка, идиллия. Ну, давайте так, пока все спокойно, могу так сказать. Пока все спокойно, пока. Ключевое слово «пока». Счастье в отношениях. Ну, пока нормально. Карты говорят нормально. Но! Неожиданно человеческий фактор может быть. Драка – это человеческий фактор. Либо это прилет. Это человеческих рук дело. Где техногенка? Я не задаю вопрос. Я просто спросил. Техногенка может быть везде. Вот, ну, какая-нибудь серьезная техногенная авария. Карты говорят «может». И это будет из-за драки. Вот драка идет. Когда валет и дама, это драка с рукоприкладством. Возможно, с несколькими жертвами. Вот тут у нас количество людей выпадает. Это группа какая-то обычно. Так. Что-то у нас тут король выпадает. Ухудшение самочувствия. Где-то возможно ухудшение самочувствия, конфликт вижу в семье. А где-то у нас будет конфликт рядом с какими-то сооружениями, учреждениями. А, какой-то конфликт. Конфликт местного значения, но там или заводы какие-то, или что-то еще в этом духе, не знаю, как-то вот... Там больше какие-то заводы, учреждения, что-то в этом духе. Там прям конфликт будет какой-то. Не знаю, кто там что делает. Это человеческих рук дело. Драка, что-то там возможно. Это в семье. В семье, внутри чего-то. Коллектива, страны, разборка среди кого-то. Вот что-то в этом духе будет. В карте места. Либо женщина, либо три. Либо вопрос в деньгах. Нет, тут дорога, чья-то дорога, кто-то дорога, кто-то метит туда. Куда-то кто-то метит. Не знаю, куда это. Это явно там именно какие-то люди будут. Это какая-то драка. Там вот в этом месте, куда там что-то, вот техногенка какая-то, там обитают люди. Люди там, возможно, с оружием. Там какие-то... Что-то охраняют, там что-то производят. Что-то кирпичное, там, не знаю, серое, коричневое, с большими стенами. Такое вот, не знаю, какое-то сооружение. Вот что-то в этом духе. Но это внутри, где-то внутри. Это не приграничье, это где-то внутри, в семье. Внутри. Это из-за кого-то. Это не просто так. Это из-за кого-то. Человеческий фактор. Разговоры о любви с кем-то. Здесь разногласия явно с кем-то идут. Идут разногласия, кто-то что-то показывает. Кто-то показывает зубы. Кто это, я не знаю. Давайте посмотрим, кто это. Кто-то показывает зубы. Прям зубки показывают. Ну, вот какой-то коллектив показывает зубы. У какого-то предприятия. Зубы показывают прям. Ага, что-то это у нас где-то казенное учреждение. Что-то в казенном учреждении. Там что-то с порядком. В казенном учреждении что-то с порядком. Кто-то показывает зубы. Конец бедам и невзгодам.
Насчет бед и невзгод я не знаю, но здесь явно какой-то конфликт. Конфликт или взглядов, или интересов. А большая прибыль. Здесь замешаны еще и деньги. Новость о друге. Связан этот конфликт, вот какой-то конфликт, вот здесь, повлияющий на какую-то техногенку, он связан с другом каким-то, какой-то друг, информация о друге, деньги и интересы казенного дома. Как это переплетается все, я не знаю, там черт ногу сломит, какой-то конфликт интересов, какая-то группа интересов заявляет, там, может, о себе или зубы показывает, вот. Я приблизительно беру 6 месяцев. Я не буду уточнять, когда это. Уточню. Полгода, да. Полгода. Уточню все равно. Полгода. Что еще? Подарок от близкого человека. Что за подарок? Я не знаю. Мужчина какой-то идет. Беременность. Ну, какой-то мужчина вынашивает план. Может, это от него драка. Хотя здесь косвенно связано. Там какой-то свои какие-то интересы идут. Мужчина, он посторонний. Он со стороны идет вообще откуда-то. По дороге. Дорога у него открытая какая-то. Там конфликт внутри. Какой-то либо клановый конфликт. Вот карты выдали. Карте место. Общение, хлопоты в пути. Здесь либо конфликт из-за общения, либо он возникнет сам собой. Разногласия, что-то не по пути нам с тобой. Вот, тут прямо драка идет, вот и из-за нее, возможно, техногенка. Где именно, я описал место, но как оно повлияет, я не знаю. Я не знаю, что это за такое учреждение. Там стены какие-то такие, коричневые, серые, не знаю, большое, возможно. Там что-то своеобразное производят. Производят что-то своеобразное, либо что-то опасное. Своеобразное — это не машины выпускают, точно. Ни машины, ни танки, ни самолеты, что-то опасное выпускают. Порох, химикаты, ТЭЦ, ГЭС, АЭС, что-то в этом духе. Мужчину вот показывают какого-то. Мужчина прям... Мужчина сейчас что-то у нас деньгами. У него деньги, что-то деньги. Может, жена, либо какие-то хлопоты. Мужчину вижу какого-то. 6, 8, 9, 10. Любовные карты выпадают. А, известие он какое-то получает. Известие. Над известием туз пик. Что у него за сфера деятельности такая? Интересные новости, трудности в работе, семье. Ну, мужчина какой-то здесь, что-то он работает над чем-то, какой-то мужчина, не знаю. Такой вот мужчину показывают. С ним какие-то люди, люди с ним. При ком-то он работает, при ком-то или при государстве, или при договоре каком-то, не знаю, какой-то мужчина. Не знаю, как он связан с техногенкой. Либо через это будет у него путь, либо в течение вот этого времени, когда будет какая-то там неприятность у нас, он куда-то двинется. Вот так. Так показывают карты. Ну вот техногенку, да, что-то показали. Спасибо, что смотрели. Всем желаю удачи и до свидания.